Здравствуйте! В сегодняшнем видео я хотела поговорить о том, что же делать, если вдруг нежданно-негаданно коварный прыщ вылез в самый неподходящий момент. То есть о средствах СОС. Мы все ищем такое чудодейственное средство, которое мы могли бы нанести, и на следующий день встали, как говорится, без всяких лишних элементов на лице. Но, к сожалению, достаточно сложно найти такое универсальное средство, которое бы всем помогало. Разные существуют способы, в зависимости от какой воспалительный элемент на коже, а видов их все-таки несколько, да, но мы не берем не воспалительные элементы, комедоны и так далее, а берем именно воспалительные, это папулы и пустулы. И в зависимости от того, папула это или пустула, различный подход. Разберемся сначала, что такое папула. Папула это подкожный элемент воспалительный, то есть это красный бугорок, как правило, болезненный, несозревший прыщ. А пустула – это уже, ну, можно сказать, созревший прыщ. То есть в нем визуализируется гнойная такая головка, содержимое. Хочется его скорее выдавить, как правило. И, в принципе, это содержимое можно удалить, особенно если у вас есть косметическая ложка уны, и вы умеете ей пользоваться. Или можно, допустим, одноразовой иголочкой поддеть крышечку на гнойничке и потом, растягивая кожу, пытаться эвакуировать содержимое, чтобы оно не попало внутрь и не распространилось по кровеносным лимфатическим сосудам и не разнесло, как говорится, этот гной в соседней области, и, как можно так пошутить, на его похороны пришло семеро. Да? Наша задача все-таки, если мы эвакуируем содержимое воспалительного элемента, то оно не должно попасть в кровь и в лимфу. Так вот, для того, чтобы этого не случилось, если мы не обладаем какими-то навыками экстрагирования пустулезных элементов, которыми обладают, например, косметологи, попробуем как-то ликвидировать прыщ консервативно. Для этого мы можем использовать два варианта средств. Либо это подсушивающие средства, как правило, они содержат в своем составе цинк, спирт, могут содержать камфору, могут содержать какие-то производные глины, да, каолин. Либо это средства, которые обладают рассасывающим и противовоспалительным действием. Начнем с первого варианта. Допустим, нам надо подсушить гнойник. Мы можем взять болтушку цинковую, обычную болтушку циндол из аптеки, какой-то более такой интересный профессиональный аналог, например, вот у меня болтушка Джиджи, чем она мне нравится. Больше, чем циндол, то, что ее можно переиспользовать днем, потому что когда мы нанесем на прыщик вот этот вот лосьончик, тоже с цинком, он подсыхает, и его можно стряхнуть с кожи, он практически незаметен. Циндол, к сожалению, можно только смыть. Таким же подсушивающим свойством, в принципе, обладает лосьон каламин, который зачастую встречается в домашней аптечке у людей, где в семье растут маленькие детки. Каламин наносят для того, чтобы, если покусали насекомые, снять зуд. Им подсушивают воспалительные элементы, которые при ветрянке на коже высыпают. И он тоже содержит оксид цинка. Вот, кстати, у меня тем временем подсохла болтушечка. Вот я снимаю верхний слой, и практически легкое пудровое такое остается слой, да, можно так сказать, который можно, в принципе, оставить на коже, да, в отличие от циндола. За это она мне больше нравится. Так вот, каламин тоже наподобие такой же текстуры, суспензии, нужно сболтать ватной палочкой на прыщ нанести, тоже будет подсушивать. Кроме того, можно использовать маски, которые содержат каолин. Например, у меня здесь джиджинская маска Solar Energy, она еще и рассасывающим действием обладает. Можно тоже выдавить небольшое количество этой маски и локально на прыщик нанести. Если уже совсем нет ничего, и вы находитесь где-нибудь там в глухой деревне на отдыхе, в походе, у вас наверняка есть с собой зубная паста. Желательно, чтобы она была не гелевая, а обычная классическая белая вот эта зубная паста. И вот этот кусочек зубной пасты тоже можно положить на прыщ, нанести, и она подсушит за ночь кожу. Главное, не намазывать прямо на участок, где много прыщей, потому что может быть очень сильное раздражение. Вот поэтому не переусердствуйте. Но такой способ дедовский, можно сказать, тоже существует. Это что вот делать, чтобы подсушить, да? Следующий вариант.
Если мы все-таки выдавили прыщ, если вдруг мы его как-то, может быть, неудачно даже выдавили, нам нужно эвакуировать остатки содержимого, чтобы, не дай бог, там это, как говорится, опять не рецидивировало воспаление, то есть не возникло заново. Для этого мы можем, во-первых, после того, как мы экстрагировали содержимое, то есть выдавили прыщ, обязательно нужно притереть кожу антисептиком, любым хлоргексидином, актинисептом, что есть. И можно нанести для лучшего заживления на вот эту ранку гель-интенсив регенерации от Гельтек и посыпать, например, антибактериальным порошочком баниоцин. Если вдруг мы все-таки подозреваем, что эвакуировали содержимое не полностью, либо это, например, такой элемент, как папулу, который вообще нельзя трогать и что-то давить, мы можем использовать рассасывающие какие-то средства. Например, ихтиоловая мазь и мазь Вишневского. Соответственно, мы можем сделать компрессик с этой мазью и оставить на ночь. Причем, если у нас есть оба вот этих, например, препарата, мы можем смешать их и положить в этот компресс. Сейчас я вам покажу, как сделать в домашних условиях компресс на воспалительный элемент. Для этого мы берем обычный пластырь в рулоне. Суть каждого компресса, чтобы воздух не попадал туда, как говорится, где мы хотим активное действие оказать. То есть нельзя взять просто бактерицидный пластырь и будет воздух гулять там под этим пластырем свободно. Нам нужно создать там фактически безвоздушное пространство. Поэтому мы берем вот этот вот кусочек, вырезаем из него там квадратик или прямоугольничек, можно там в два раза меньше. Берем кусочек ватного диска, вырезаем из него тоже какой-нибудь квадратик, кружочек, что кому удобно. Накладываем на наш пластырь. И получается, что по краям у нас нет никакого доступа воздуха. То есть мы наклеим, и у нас воздух проходить не будет к воспалительному элементу. И туда уже мы либо смесь из ихтиоловой мази и мази Вишневского, либо просто мазь Вишневского можем, например, капнуть. И вот такой вот компрессик на воспалительный элемент положить на каждый по отдельности. Легко и просто, в принципе. Что еще можно сделать, да? Можно, в принципе, если есть папулы, иногда не нужно тоже, я так с осторожностью это рекомендую, потому что этим злоупотреблять нельзя, и если много воспалительных элементов, опять-таки, не надо это делать. Но иногда помогает день, два или несколько использовать антибактериальную мазь левомиколь. Тоже локально, тоже на участок с воспалительным элементом. И помогает иногда вот этой папулезной папуле, да, вот этому подкожному прыщику не вызреть, а просто уйти спокойно, как бы без какого-то развития. Вот. Это что можно сделать, если, например, папулу, да, то есть вытянуть, попытаться оттуда гной, да, он либо созреет, этот прыщик, да, и уже может быть его эвакуировать. Соответственно, можно еще раз использовать потом ту же схему, если мы его выдавили. Можно использовать подсушивающее средство. Если у вас есть какие-то профессиональные средства, можно взять, допустим, маленькую капельку какого-нибудь кислотного поверхностного легкого пилинга или, допустим, средство с салициловой кислотой и потом положить, например, подсушечку или глиняную масочку. И вот таким образом просто попытаться ускорить созревание и деградацию вот этого вот воспалительного элемента. Что хочется сказать в заключение. Да? Иногда мы знаем, когда у нас вот эта неожиданность придет. Да? Особенно это понимают женщины. Да? То есть в критические дни у женщин очень часто бывают какие-то высыпания, причем локализуются они зачастую в одном и том же месте, в области нижней трети лица. И если за неделю, допустим, до предполагаемых критических дней начать использовать противовоспалительные средства, например, сыворотку с азелаиновой кислотой стоп-акне или сыворотку с кислотами, с миндальной кислотой и с ахокислотами альфа-дерм, то можно минимизировать последствия и, возможно, ожидаемый вот этот вот прыщ не придет к вам в гости в этом месяце. То есть такое тоже возможно. Вот. Ну, естественно, все мои рекомендации, они относятся больше к эпизодическим высыпаниям, не к лечению такой патологии, как акне, розация папулопустулезной стадии и акнеформных дерматозов. Это уже, как говорится, те состояния, которые требуют регулярной медикаментозной помощи, регулярного специфического ухода. И на эту тему у нас тоже много достаточно видео на канале.
Подписывайтесь на него, ставьте лайки, если видео вам было полезным. И жду ваших вопросов в комментариях. Всего вам доброго!